Свой очередной вопрос прислал наш активный участник по имени Рейза. Он спрашивает, как можно отличить гармонизирующий подтип наставника от критика? Действительно, эти два типа психики имеют много общего в восприятии мира и много общего в том, как они его осмысливают в стилях мышления. Вы их действительно можете перепутать, например, на интеллектуальном уровне, либо даже в сфере отношений, где оба, например, очень обидчивы. Но в остальном они очень разные. Назову некоторые различия. В частности, они по-разному реагируют на силовое воздействие. Наставник делает из этого драматическое переживание, а критик подпитывается этим и приобретает с каждым разом больше уверенности в себе. Кроме того, у наставника более развита эмоциональная память, а критик запоминает абстрактно, обезличенными образами. И, наконец, наставник будет более романтичен, а критик прагматичен и на эксперименты с чувствами или попытками найти себе идеал на это он не пойдет. Чтобы выявлять попарные различия, надо сравнивать типы, по крайней мере, по темпераменту, установке, прогрессу и квадральным ценностям. Вам рекомендуется пройти курс компаративной соционики, на котором я сравниваю попарно близкие типы, чтобы не ошибиться в диагностике, если вы действительно попадете в ситуацию выбора одного из двух вариантов.